안녕하세요. 연수구 한방마을 도시재생 현장지원센터 센터장 김선석입니다. Здравствуйте, меня зовут Ким Сон Сок. Я являюсь директором центра по восстановлению местности под названием Хамбак-Маыль. 인천에서 고려인이 가장 많이 살고 있는 지역이 어디인지 아세요? 바로 연수구 한방마을이랍니다. Наверняка вы знаете, в каком районе города Инчон проживает многочисленное количество корейцев из стран СНГ. Конечно же, это район Йонсугу, Хамбак-Маыль. 한방마을에는 현재 한국인보다 러시아어를 사용하는 외국인이 더 많이 살고 있습니다. Место, в котором живет больше иностранцев, чем самих местных жителей. 그래서 오늘 도시재생 뉴딜 사업 소개를 통역활동과 함께 하겠습니다. Поэтому я донесу до вас свою речь с помощью переводчика. 네, 안녕하세요. Здравствуйте. 네, 큰밤마을이라는 뜻을 가진 한방마을이 지난해 도시재생 뉴딜 사업 지역으로 선정이 되었습니다. Деревня с большим полем. Вот такой смысл несет в себе название слова Хамбак-Маыль. В прошлом году именно этот регион был выбран с целью восстановления и улучшения. 이에 따라 연수구는 지난 5월 31일에 센터를 개설하고 본격적으로 사업을 시작했습니다. 31 мая текущего года центр был открыт, начав свою рабочую деятельность в полную силу. 이 사업을 통해서 주민들은 외국인이 많은 한방마을이 내 외국인이 함께 상생하는 마을, 안전하고 깨끗한 마을, 상권 활성화로 지속적으로 발전하는 마을로 변화하기를 기대하고 있습니다. Я очень надеюсь, что благодаря этому коммерческому проекту местное население будет мирно находиться с проживающими здесь иностранцами в местности, в которой будет безопасно и чисто. Я надеюсь на продолжительное развитие данной местности в плане коммерческой деятельности. 그럼 지금부터 한방마을 도시재생 뉴딜 사업에 관해서 간략히 소개해 드리겠습니다. Сейчас я постараюсь вкратце рассказать о деятельности центра. 한방마을 도시재생 사업은 올해부터 2024년까지 4년간 추진하며 새 개소의 주요 시설과 문화 거리를 조성합니다. Деятельность центра по реконструкции местности Хамбак-Маыль будет двигаться вперед, начиная с текущего 21 года по 24 год. Планируется строительство трех основных объектов и так называемой улицы культуры. 네, 하나는 내국인과 외국인이 함께하는 상생 교류소입니다. В целом это место можно будет назвать местом культурного обмена и сосуществования местных и иностранных граждан. 이곳은 지역 주민들이 서로 소통하는 커뮤니티 공간입니다. Место для взаимодействия местного населения и иностранных граждан. 이를 통해 내 외국인들이 함께 이해하고 상생하는 역할을 수행할 것입니다. Данная культурная структура позволит мирно сосуществовать с иностранными жителями, а также понимать их. 다른 하나는 세계 문화 상품 창작소입니다. Также это будет место по созданию различных поделок. 이곳은 한방마을의 특색을 살려 다양한 문화 상품을 창작하고 교육하는 공간입니다. Место, в котором будет сохраняться колорит разных стран. Место, в котором можно будет подойти с творчеством, научиться изготавливать то или иное. 이를 통해 주민들은 일자리 창출 등 경제적 기반을 마련하는 기회를 가질 것입니다. Все это даст возможность людям получить рабочие места, создать экономический фундамент. 네, 또 하나는 도시재생 다같이 세움소입니다. Иными словами, это будет место с различными функциями. 이 시설은 유아와 어린이들의 돌봄 시설로 내 외국인 주민들이 함께 이용하는 시설입니다. Планируется организовать пространство для присмотра за детьми разного возраста, которым смогут пользоваться как местные, так и иностранные родители. 이를 통해 한방마을이 지속적으로 성장하는 데 큰 기반이 될 것입니다. Благодаря всем этим структурам местность Хамбак-Маыль будет постоянно развиваться. 그리고 마지막으로 소개할 것은 한방마을 상가거리를 세계 음식 문화거리로 조성하는 특색 사업입니다. И ключевым моментом, с которым я бы хотел вас ознакомить, это торговые ряды с традиционными блюдами разных стран. Здесь будет сохранен колорит. 이 사업을 통해 많은 시민과 관광객들이 찾아와 이색적인 음식을 맛보고 거리를 걸으며 즐기는 곳이 될 것입니다. Благодаря этой структуре общественного питания местные жители, а также туристы смогут попробовать вкусы разных блюд и просто гулять, наслаждаясь атмосферой. 아무쪼록 센터에서는 행복한 연수구, 한박 웃는 마을로 변화시키기 위해 도시재생 사업의 우수 모델을 발굴하고 활성화하는 데 최선을 다하겠습니다. Мы приложим все усилия для того, чтобы произошли заметные изменения и улучшения. Наша деятельность будет искать наилучшую коммерческую модель для реконструкции данной местности, которая гордо будет называть себя счастливой Йонсу, улыбающийся Хамбак-Маыль. 주민 여러분의 생각이 앞으로의 한방마을을 만들 것입니다.
Мы думаем наперед о проживающих здесь людях, а также строим и создаем новый хамбак Мауи. 감사합니다. Спасибо.